Шалом алейхем, дорогие друзья. Сегодня уже 5 числа месяца Элул. И это знак и напоминает нас о том, что мы приближаемся уже к Рош ха-Шана. И наша подготовка к эти судные дни Рош ха-Шана и Йом-Кипур, к эти святые дни и в этом особый месяц, месяц Элул, поднимается на еще один этап выше. Известно, один из самых распространенных обычаев среди евреев в этот месяц Элул – это проверить мезузы. У каждого человека, у каждого еврейской семьи висит мезуза во вход к квартире, к дому, во все комнаты. И мезузы надо проверить. Надо проверить, отдавать специалисту софер стам, проверить, что мезуза сохраняется кошерная. И существует такая обича проверить эти мезузоты в месяц Элул. По простая логика, поскольку мы приближаемся к судным дням, и в судные дни мы хотим быть в идеальном состоянии, и одна из самых важных заповедей – это мезуза. Поэтому мы хотим проверить нашу мезузу, быть уверены, что они кошерны. Но спрашивается вопрос, почему именно мезуза? Почему мы не должны проверить себя в исполнении других заповедей? Например, у мужчины есть талит и цицит, проверить, что они кошерны. Проверить себя, как мы правильно соблюдаем шаббат, достаточно ли мы уважаем шаббат, или в этом есть тоже что-то, которое надо добавить. Почему фокус именно на мезуза? Я бы хотел вернуться немножко к источнику этой обича. И немножко глубже подумать о смысле этой особой заповеди мезуза, а может быть потом будет нам более понятна логика, которая существует и в этой обиче проверить кошерность наших мезузы в этот месяц Элул. Первая книга, где там упоминается этой обиче проверить мезузы в месяц Элул, книга, которая называется Мате Эфраим. На самом деле это не такая старая книга. Ее печатали 150 лет тому назад в Украине, был очень важный раввин и законописатель, звали его рабби Эфраим Залман Маргалиот. Он жил в город Брод в западной Украине. Он написал много книг, в том числе эту и книгу «Мате Эфраим». Почему я рассказываю вам об этой книге? Это книга, которая получала консенсус. Есть разные раввины, которые написали книги, важные книги, но не вокруг каждой книги существует консенсус между сфарадские евреи, ашкеназские евреи, такие обичи, такие обичи. Вот вокруг этой книги Мате Эфраим существует консенсус, что это очень основная книга во все, что связано к законам месяца Элул и месяц Тишрей, и все воспринимают то, что пишется в Мате Эфраим. И там, в этой книге, впервые упоминается этой закон, этой обича, в том, что в месяце Лул нам надо проверить наши мезузы. И почему он говорит? Поскольку это подходящее время, перед судный день, проверить себя в детали исполнения и в исполнении заповеди детально. То есть проверить наши детали, как мы исполняем наши заповеди. Вот мы уже знаем источник этой обичи, но тогда возвращается наш вопрос. Сам автор этой обичи пишет, что суд в этом проверит, как детально мы исполняем заповедь. То есть, если у нас мезуза, мы хотим быть уверены, что мезуза кошерная. Тогда почему только мезуза? Почему не проверить себя в полностью, как мы исполняем любая заповедь? Кстати, мы должны это делать. Это время месяца Лул, это время, что мы должны провести итоги, задавать себе вопросы, смотреть себе в глаза, какие мы, как мы готовимся к судным дням, как мы ведем себя внутри семьи, как мы ведем себя в отношении нашей супруги, наших родителей, наших детей, наших друзей, нашу общину, как мы исполняем заповеди во все аспекты, и то, что касается между человеком и Богом, и, конечно, то, что касается между человеком и человеком. Но вместе с тем мы видим, что особое внимание уделяется именно кошерность мезузы.
Почему действительно такая внимание уделяется в этой книге Мате Эфраим на кошерность мезузы? Может быть, начнем с одной истории, которая есть в Талмуд. И эта история поможет нам войти немножко глубже в особенности и в смысл этой заповеди мезузы. Иерусалимский Талмуд в том ПА рассказывает нам о истории, которая была из один из самых известных мудрецов по вся история. Это Раби Йехуда Ханаси. Раби Йехуда Ханаси был президент народ Израиль. Он был огромный гаон, цадик и талмид хахам. И большой лидер еврейского народа. Достаточно сказать, что Мишна, шесть томов Мишна, автор идеи собрать эти все законы и слова мудрецов, и главный редактор, и человек, который контролировал это вся огромная работа, которая осталась основа устная Тора для каждого от нас, был Раби Йехуда Ханаси. Раби Йехуда Ханаси не только был духовный лидер, он был настоящий лидер еврейского народа во всех аспектах, в том числе в его годы, годы, когда он жил, были отличные отношения между него и между лидерами Римской империи. Цар Антонинус, который жил в Рим, очень уважал Раби Йехуда, и благодаря этого в эти годы евреи жили очень хорошо, и не было никаких конфликтов и споров между Римской империей и евреи, которые жили в Израиле. Талмуд, Иерусалимский Талмуд, рассказывает историю, что один раз Раби Йехуда получал подарок от Артабан. Артабан это был цар Персия. Тоже было мощное государство в это время. Что он хотел показать свое уважение к Раби Йехуда Ханаси и прислал его бриллиант, бриллиант, который стоил сотни тысячи в те деньги, которые были тогда. В ответ Раби Йехуда отправляет его подарок. Какой? Мезуза. Артабан, цар Артабан, цар Персия, получая это и мезузы, сильно обиделся. Он сказал свое окружение: я ему отправил бриллиант, который стоит миллионы или сотни тысячи, а он мне отправляет что? Этот фергамент? Я его не понимаю. Когда существовала ближайшая встреча между ними, он предоставил свою претензию. Сказал: Раби Йехуда, я вас не понимаю. Вы умный, уважаемый человек. Я вам дарил такой подарок, а вы в ответ что мне прислали? Раби Йехуда ему ответил: ты мне прислал, правда, очень дорогой подарок. Но подарок, который я должен сейчас уделить много-много времени, энергии и средств, чтобы защищать его, чтобы сохранить его. Но я тебе подарил подарок, который будет защищать тебя и будет охранять тебя и все, что у тебя есть. И Талмуд рассказывает, что прошло какое-то время, дочка эта, цар Артабан, переболела. Он не знал, что делать, врачи не нашли выход из положения. Ему посоветовали: у тебя же есть мезуза, которую подарил тебе Раби Йехуда. И он повесил эту мезузу в комнате, во вход в дверь, во вход комнаты, где легла его дочь. И произошло чудо, она выздоровелась. Вот эта история есть в Талмуд, Иерусалимский Талмуд. А тут сразу, когда мы слушаем эту историю, мы ничего не понимаем. Во-первых, Артабан, он же не еврей. Если он не еврей, он не обязан исполнять такая заповедь, как мезуза. Вроде бы этой мезузы для него не должна играть никакой роль. И поэтому мы не понимаем, почему же Раби Йехуда подарил его такой подарок, который вроде бы к нему отношения не имеет. Кроме этого, как сработала святость мезуза и смогла вылечить его дочь, защищать жизнь его дочь, цар Артабан, во время, когда вроде бы этой мезузы не имеет к нему никакое отношение, он не обязан исполнять этой заповеди. В 19-й том в книге Лекутей Сихот, в длинной беседе, Лубавичский ребе относится, упоминает эти вопросы, и он говорит очень интересные вещи. Ребе объясняет там о том, что есть заповеди, которые у них есть цель, чтобы мы исполняли его. Но есть мезуза, она отличается в том, что Всевышний дал нам эту заповедь, исходя из его огромной любовь к нам, из один единственный цель, чтобы защищать нас, чтобы сохранять нас. Как написано, каждый может посмотреть,
ומזוזה, כתורה וסית, נדבריך יש טרי בוקווה, שין דלד יוד, שואלת הזנצ'ת, שומר דלתות ישראל, סיבישני כתורה זה ששייט דברי עברי סקווה נרוד. סיבישני זה ששייט את דברי, כקדם מנחוד עם סתם, היא כקדם יוחוד עם מזדומה. תושתו מזוזה וסית ננש דום, את הצפק זה ששייט נסתם קדם יסט. היא פסקולקה, גלב ניצל מזוזה, את הזשית היחרנה, поэтому это мезуза могла помочь не только еврею, который обязан этого делать, но даже царь Артабан, который он принадлежит другого народа, он из персидский народ, он не обязан по закону Торы исполнять эту заповедь. Но в святость мезузы и качество этой мезузы, качество, которое в ней есть, сохранять, защищать, смогла помочь и ему. Интересно, что там Ребе добавляет о том, что есть спор, можно ли исполнять заповеди ради получать какой-то посторонней выгоды. Мы об этом один раз, мы этот вопрос когда-то обсуждали в наших уроках. Вообще мнение о том, например, если человек не хочет давать цдака, мы хотим его уговорить исполнять заповеди, и мы его обещаем, то, что мы упоминали в один из последних уроков, что Всевышний обещал дай цдоке, и ты будешь разбогатеть благодаря цдоке. Можно так делать или нет? И, конечно, что можно так делать, как мы сказали, но это не идеальное исполнение уровня мицвы. В этом отличается мезуза. Мезуза, главная ее цель, это охрана и защита. И поэтому с первоначала мы говорим, купите мезузы дома, проверяйте ваши мезузы, с какой целью, чтобы мезуза могла быть длинной рука Всевышнего и защищать вас и сохранять вас. По этой причине может быть в месяц Элул мы должны именно проверить мезузы, параллельно к тому, что мы должны исправить себя во все аспекты жизни, во все заповеди Тора. Особый момент, особый элемент есть в мезуза. Почему? Ребе проводит в один из своих святых бесед слова известный каббалист Аризал о том, что мезуза защищает нас не только от физических проблем, но и из духовных проблем. В месяц Элул, когда мы хотим готовиться к судным дням, и у нас есть иногда борьба тоже из духовных врагов, который может нас помешать делать тшува. Кто может им ответить правильно мезузе? Получается, что мезуза гарантирует нашей правильной тшува возвращения к Всевышнему и нашей правильной подготовка к судным дням. Вот поэтому так важно этого делать сейчас. По этой причине Ребе попросил, чтобы каждый от нас подумал о другой еврее и посмотрел, что у него дома висит кошерная мезуза. А если пока у него этого еще нет, чтобы мы посодействовали, помогли купить мезузы и поставить мезузы. Давайте будем принять сегодняшний урок решения, в сегодняшний урок принять решение, касаясь этой любимой, важной заповеди. Распространять эту мезузу среди всех семей, еврейских семей, которые мы знаем, что везде была кошерная мезуза. И в заслугу этого мы заслужим правильно подготовиться к Рош ха-Шана и быть записанной и подписанной в книгу жизни на хорошего и на сладкого года. Шаббат шалом.